приятно видеть, как помрачнели ваши лица по сравнению с началом концерта. Значит, музыка действует. Больше сегодня ничего трагического и страшного не будет. Впереди только свет. Нашего следующего героя зовут Сергей Рахманинов. Его часто называют самым русским композитором. И с этим хочется согласиться, но довольно сложно определить и объяснить, в чем эта русскость. Отчасти она наверняка в знаменном распеве, на стиль которого Рахманинов всегда опирался. Знаменный распев — это древнее русское церковное пение. Главная его особенность — это плавность, ровное поступенное движение без скачков. И вот мелодии Рахманинова тоже очень плавные всегда, поэтому их часто ассоциируют с русскими равнинами. Но когда посреди этих равнин начинаются возвышения, тут происходит самое интересное. Я говорю о кульминациях. Рахманинов умел писать их, как никто другой. Как выглядит кульминация нормального композитора? Мы идем в гору, поднимаемся на вершину, ставим флаг и спускаемся. Как выглядит кульминация Рахманинова? Мы идем в гору, поднимаемся на вершину, ставим флаг и взлетаем. Почему это происходит? Потому что в нормальной кульминации обычно самая высокая нота, самая высокая точка приходится на сильную долю. А у Рахманинова на слабую долю, после сильной. Сильная доля — это как твердый, уверенный шаг. А слабая доля у Рахманинова — это победа над земным притяжением, это взлет. Сейчас вы услышите третью часть второй симфонии Рахманинова. Это, пожалуй, самая равнинная его симфоническая музыка, и в то же время там будут абсолютно упоительные вершины кульминации. Про эту музыку много разговоров, многие пытаются понять, про что она. Я думаю, что ответить на этот вопрос конкретно невозможно и не нужно. Но точно можно сказать, что вся эта музыка от первой до последней ноты — это живое растение, которое дышит, распускается, цветет, вьется. Это живой организм, живая ткань. И поэтому у меня эта музыка ассоциируется со всем живым, что есть на свете. С природой, с человеческой жизнью. И самым живым, что есть в человеческой жизни, то есть с любовью. Сергей Рахманинов, вторая симфония, третья часть.